Аналитики изучили статистику покупки билетов на самолет двух категорий граждан – тех, кто путешествует с младенцами и детьми до 12 лет. Оказалось, что на протяжении нескольких лет Анапа является самым популярным направлением для самостоятельно путешествующих россиян с детьми. Перелет туда и обратно обойдется взрослому в 10 196 рублей. Болгария также стала излюбленным местом российских туристов. Однако эта поездка выйдет куда дороже. Средняя стоимость билета на одного взрослого туда и обратно 20 593 рубля. Популярной для летнего семейного отдыха также оказалась Махачкала, перелет в которую туда и обратно стоит 9 470 рублей. Сочи и Симферополь также являются востребованными направлениями россиян для отдыха с детьми. Стоимость авиабилета в Сочи туда и обратно на взрослого человека составляет 8 666 рублей, а в Симферополь 15 345 рублей. Олеся Давыдова, 39 канал.